Сорокин Михаил Иванович, командир взвода 89-го гвардейского отдельного саперного батальона 78-й гвардейской стрелковой дивизии 7-й гвардейской армии, гвардии лейтенант. Родился 23 февраля 1918 года в деревне Поповская. На фронте с января 1942 года принимал участие в обороне Сталинграда, битве на Курской дуге, особо отличался в битве за Днепр. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 октября 1943 года за мужество и героизм, проявленные при форсировании Днепра и в боях по удержанию и расширению плацдарма. Гвардии лейтенанту Сорокину присвоено звание Героя Советского Союза. Ранение, полученное в бою за Днепровский плацдарм, оказалось тяжелым Михаилу Ивановичу, ампутировали ногу. В 1945 году лейтенант Сорокин был демобилизован. В 1977 году ушел на пенсию. Умер 15 июля 2010 года. Награжден орденом Ленина, медалью «Золотая звезда», орденами Красного Знамени, Отечественной войны первой степени медалями.